Караул Фарага! 18 июля состоялась церемония официальной встречи президента Итальянской республики Серджио Маттарелла, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую республику. На площади, где развивались государственные флаги двух стран, в честь президента Италии был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Илхам Алиев встретил президента Италии Серджио Маттарелло. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Италии. Джанап Италия Республикасының президенті, сіздің Азербайджан Республикасына келмейіңіз шәрефіне фәхри караул түзіліп. Караул рейсі Майор Гулиев. Президент Илхам Алиев и президент Серджио Маттарелло обошли строй почетного караула. Президент Италии поприветствовал азербайджанских солдат. Салам, наскар. Представители государства и правительства Азербайджанской республики были представлены президенту Серджио Маттарелле, члену делегации Италии президенту Илхаму Алиеву.